С начала года Управление службы по делам детей Днепропетровского горсовета взяло на учет 63 ребят, которые воспитываются в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас с детьми и их родителями работают специалисты различных социальных служб. Дети остаются в семьях, а социальные работники и психологи посещают их на дому и в школе, обследуют условия проживания и проводят профилактические беседы. Родителям помогают в оформлении документов и поисках работы, детям в учебе и оздоровлении. На отцов и матерей, которые не выполняют своих обязанностей, подают судебные иски о лишении родительских прав. С начала года подано 32 таких иска против 39 родителей. Вообще же сейчас в Днепропетровске на учете находится 865 детей. 809 из них родители практически не уделяют внимания. 26 детей подверглись насилию в семье, 30 бродяжничают.